Че, никто не бьет, что ли? А че, где депс, да? Да я просто не дамажил. Ты давай не расслабляйся там. Да что-то я в паладина завтыкал маленько. Я 18. Я как на выставке. Да, только тебе надо ноги нонса там брать с ТГ. Хотя плащик можно взять, знаешь, откуда с этой, с Они 10. Еще один будет этот. Фельдхрестовый. Мелкий. Нет? Откуда? Они 10, только там он крит-хостовый, но с два сапрота на огонь и на что-то еще будет. И на лед, что ли? То все. Ну, такое начальное, а потом уже из Лумамана, либо из ЦЛК 25-ки с этой. С Валитри. Плащик есть. А, нет. Какой у тебя ник в игре? Прямо. А тебе зачем это? Тебя в друзья репорт добавить, заметку написать. Заметку написать, что потом... Вот берёшь кучеровиста, вот есть Равус такой челик. Вот он знает больше, чем я. Я как раз у него и спрашивал. Ты прохпал и рассказывай всё, что угодно. Я так, чисто. На мелководье плаваю. Да. Сейчас я сяду за танчу, погоди. Ну я это вот я в натуре бич подбираю все, что лежит. А вот пригодится. Ну да. Так всегда бывает. А ты сильно по мане проседаешь? Ну, на этой, где вампир кусать надо было, там просил. Там все проседают. Нет, ДТшники проседают, точнее. Да? Ну я что-то сосчитать, я ману, да, восполняю. Ну там есть там всего 2% маны, но это как бы не сильно много. Это там нужно просто знать, где считывать жестко, где считывать меньше. 1200 хпал, в Т4 надо все обязательно. Мне такой чувак Файзум сказал, все, скорость махай. Не все там, типа, в 1200, в принципе, можно ставить. Я в 1200 пытаюсь заменить. Он сказал, типа, 900, только со шмоток надо. Я въебал один с камней на скорости. Ну, желтый, обоссанный, так сказать. Ну, я так прикинул, в принципе, можно разогнаться и чисто только со шмотой в хосту. Там нужно, да, если в холле пало, да? Но там нужен только гиросный мод. Типа тебя драктили, тебе нужно больше финты, скажем так. Это все. Ты сейчас кто? Синдрагоса? Ты сейчас кто будет, Синдрагоса? Да. Да. Под драктиром вообще проблемы с маной. Был бы ты Синдареем, там бы как бы, ну, вообще похуй было. Я написал хпал Фирус 3-3-5 по ВЕГАЙ. Написано, лучшая раса драктир. Ну, типа, драктир, если дохуя маны, типа. Виноват, я подлетел, толклэп меня сбрило. Да я что-то один это самое, не подумал, что я так сильно сбреет. В себя поверил, да? Да вообще, блин. Я его заговорил. Да нет, ты тут ни при чем. Там он бич просто. Не виноват я, но само-то вышло. Ну да, и на этом, на личе тоже 25-ки был гера.
Я тогда был на фулике. Я вспомнил, что я обычно в это 25-ки обычки даю там мешательство в мейна. Под жнец. Думаю, дай-ка тоже там что-нибудь. Дай-ка почувствую эту тычку на себе, да? А мне въебало на 40. Подожди, тебе что? Только за ломан еще не пускайте ко мне. Давай беги нахуй, заебал, блядь. Покинул тело, побежал. Я так сейчас на дамажу, подождите. Чё-то дракон ебанулся, кто хуйню выполняет. Странно. Может, потому что... Бля, ну дракона болезни ДКшные не работают, а болезнь, которая с чарки, тут агрессия не работает. Именно туда, да? Может, это, блядь, это... болезнь, нахуй. Вирус, наверное, может, это болезнь. Может, не болезнь, а... Ну, блядь, это вирусная инфекция, скажи еще. Это как она называется? Есть болезнь вирусная. Бактериальная, микробная, что там? Есть еще, блядь. Есть инфекция, а есть, короче... Бактерия. Аутоиммунная, нахуй, вспомнил, ёбан. Есть еще, блин, ебан. Это аутоиммунная болезнь, ёбан. Аутизм, типа, да? Да, почти. Аутоиммунный, чё, блин? Вы говорите? Ну, это те, кто в доту играют, там, сразу. Да. И ауто, и... Кнопку скачать нажимаешь, там лишних раз выбраться, я по себе знаю. Голова лысеет, появляется этот штрих-код. Сука. Ой. Спать охота. Заломай сказал, что он отошел. На 10 минут. Я в ахуе. Звезду стоим, захиляемся. Вот так, куда? Тотемы умираем. Ну, все нормально. Че там, блядь, два тела нету никаких или три тела? Слава, одну минуту бил. Ага. Ой, ёбаный. На месте. Блять, нахуй. А, не знаю, блять.
Слава, дай краткую тактику на босса Сидрагоса. Тебе? Нет, мне. Просто дай. Нет, не дам. А за 100 голды? Керус, так и зовут, Инвизибл и Бидон. Не стой, Заломан еще не резнулся и начал, это мертв валяется. Короче, смотри, стоишь вместе со всеми, к Синдре там ближе немножко, между Блинной Звездочкой и Кружком. На стяжке, да, отбегаешь к лестнице. Когда на Рейд вишутся метки, если на тебя вишу светка, отбегаешь. Там главное не стой очень близко друг к другу, иначе сам ёбнет. На полу будут метки появляться во время обстрела. От них спрятаешься за глыбами. Но вешается этот, как его, дебаф, там она... Освобожденная магия, ну, тоже много сильнее не стакаешь. Да, тишка. Значит, сдохнуть можешь. И на третьей фазе мы все встаем в кружок и выносим по очереди метку в звезду. Там уже. Главное, танка не проебать. Лагает. Отлично. Принимаем готовность. Бидон. Ты главное на обстреле не сдохни от этих и все. От бомб. От бомб. Все, поехали, запускаем. Вы поглядывайте, это кто в курсе, на кого глыбы кидают, если на этого паладина, который не знает, кидают, оставляйте ему кружок. А нарезан не висит частица. Кружок. На взлетке метки. 5 штук будут синие метки над головой. Одну в кружок, две лево, две право. Поближе к боссу встаем, чтобы успеть притяжки отбежать. 3% до притяжки. Я ШВ сдам на притяжке. Сейчас будет. Беги, малышка, сейчас должен, да? Кружок, одна метка, две слева, две права. Рейндж между метками 12 метров. Ну, одну звезду не есть, да. Ну чё там, блядь? Далеко справа. А продукс, я хиляю вас, ровист. Близко. Хуй с ним, я хиляю вас, вы-то хули ловите дамаг. Синхан, не видишь, как прятаться? Далеко, за глыбой. Середине. За глыбой надо прятаться. Слева помогите играть по глыбе. Четыре глыбы всего падает, это четвертое. А хиляю вас, ты не видишь, как прятаться или что? Не вдуплил до сих пор? Вот глыбы стоят, за ними прятаться. Глыбы им помогите. Слышал я, хиляю вас? Да-да-да, я просто думал, как оно регается, типа, в зависимости от босса или в зависимости от откуда метка падает. Кого? Оттуда, откуда метка падает. Все понял. Скоро притяжка. Готовимся, притяжка будет сейчас. Поближе к боссу стоим. Наверное. Одна метка в кружок, две слева, две справа. Рейндж между метками 12 метров. Еще одна, где? Я дебил, блядь, какой-то, наверное.
Кто умер? Они в кружок вдвоем стали. Близко, 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 близко. Тихо. Не две метки. Не сильно не увлекайтесь, не лупите. Не две метки в кружок, а одна. Там же. По двое не надо вставать. Если вы встаете по двое, выжить можно только под тучкой, под севом, под баблом, под каким-то. Там же. Две левые самые не подбирайте больше. Тяжко будет, сейчас готовимся. Меньше стаков. Меньше уже. Больше четырех не стакает. Беги, малышка, беги! Фаза. Первую не подбегайте, метку. Ждем метку. Первую метку, звездочку. Великие ушли. Разбиваем. Следующую туда же. Первую великие ушли. Эту глыбу не бить, кто там бегает, блядь. Стоим, ждем притяжку. Эй, печи, это не забыл. Гамазе, кто дальше? Ну, ты мне скажи. Ставь рядом. Погнемся. Каждую эту глыбу я бы. Не сейчас только. Кто-то понял. Далеко взял, вот эту ближнюю разбивайте. И тут танка раз. Да, я там. Беги меня. Давай, поменяй. Асифея ставь. Ставь. Аунтей. Да, забрал ее. Нет. А, косяк. Да, я эту без бежал. Беги, малышка! Бля, нихуя вы там выше поднимите. Уса обратно. Верни сейчас. Разбиваем глыбу. Слушай, я хуй знаю. Че ты, как ты? Ставь босса обратно, звезду метку, да закройте рот. Метку звезду неси, прави стрессы репичипа. За глыбой прячьтесь от босса. Дебилы, блять. Да все, не на баре. Репичип, меняемся, каждую глыбу скинул, стаки, идешь меняешь. Все хорошо. Да, блядь. И не топ про товар, блядь. Покидайте тело, заходите в инст, портуйтесь. И звезду отходи как бы кружком подальше, чтобы тебя не заморозило. Угу, хорошо. Шкаф. Сумоньте взломаночь. Не ищи ты где. Thank you.
то молоко. Запускай. Слав, можешь повторить? А, ладно, ладно. Чё тебе повторить? Насчет второй фазы, когда по одной глыбе кидается. Типа, одну в звезду, там все что-то... Все в звезду, постоянно. Окей. Дрейд стоит в кружке, глыбы выносятся в звезду. Ляночка СС на Синхана. На то молоко на кого хочешь. Ави, Стоунти. Одна в кружок, две лево, да, две право. Между метками 12 метров рейндж. По две не ставить. Правее, правее, правее. Вы тугие, что ли, на соображение? Ничто не видно, блядь, над головой у людей синие галочки. Двойной урон получаете. Третья группа падает. И четвертая, последняя. Не стреляй, не стреляй! Спрятались. Пошли. Синхан, выхиляю. Как дела у вас? Его, да? Необычно упало. Все притяжка. Кирус, не настакивай, скинь. Беги, малышка, беги! Чего вы вдвоем ставите? У вас что, блядь? Хуй знает, вы там десна долбитесь или как? Глыб 5, блядь, заморозилось. Сколько? 6, да? Лишнее тело какое-то, блядь. Стопните дамаг, давайте подождем притяжку. Беги, малышка, беги! Ну, стопудово сейчас первый пропустит. Первую метку звезду. Если что, по две будем ставить. Или ушли. Че, репичип, скидываешь так и меняешь. Разбиваем. Давай. Степ, поменяться. Беги. Подошел под морду, таунти. Следующую звезду.
Не разбейте, не разбейте его. А, ну все уже поздно. Убивайте ее. Следующую тоже звезду. Уходи. Прячемся за глыбой, стоим ровно в кружке. Разбиваем. Стелси тотем, ракета гимнумана. Ведун, ставь метку звезду. Все, забрал вот. Разбиваем ближнюю к нам кружку. Сразу. Звезду тоже разбиваем быстро. Зергнули. Звезду, милики, ушли. Уходи. Следующую звезду. Ну а теперь. А притяжка должна была быть, нет? Да, давай отбегаем. Метка, пошу, метка в хвост беги. Хвост беги. Все, убиваем метки в сторону. Да, давай добиваем 4 ляма. Он осилок. Чё, гамазек, сагрил? Хуя. Ну, под конец, наверное, побаловаться хотел. Осколок? Ой, нет, правда. Она повернулась на тебя. Я не баловался. Слав, могу себе задать на голову попутчик? Какая голова, блядь? Танковскую возьму. Ты ебанулся, блядь. Кто? СТГ идет голова. Нет, Гуртак СТГ. Я не скажу ТД, что может возьму себе. Знает. Бичи только Гуртак берут. Там же СТТ охуенные на голове. А потом в Гуртаке появляется третье гнездо. Хрен. Это будет потом. Но вот я в данный момент, потом. В данный момент мы вайши не убиваем в Т5. Так что башка. Слава, дай лутер. Ну я буду на шинкалях сидеть. Сиди. Как раз есть два стана. Хиляю завис, что ли, или чё? Войд. А Шаркари появляется сзади МТ? Как я помню, да? Перед лицом лича, конус. Перед мордой лича, ну. Всё. Ну, сзади МТ. Если ты на него повернешь лицом лича, то перед ним появится. Не в конусе, как ударная волна, примерно такой треугольник. Что, не нужна, что ли? Короче, у меня героска есть, оказывается. Понятно. Я не посмотрел ячейку свою банковскую, у меня там будет героска, я такой думаю, о, неплохо. Как говорится, перекисывай ячейку с молоду. Ну да, тоже верно. Да, у меня кольцо танковское есть, героска, ебать. Кольцо... Переоденься уже. Шмотки. Давай, короче, пал, наверное, вылетел. Запускаю. У меня на табру били, но я с телефона. Ну, я говорю, вылетел. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Я подиспелю. Своими делами занимайтесь там. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Мобов танчит квадрат. К нему, к спине его мобов, который он танчит, выносите чуму. Доказательство моей безграничной.
Да будет так! Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. После заражения будет чума, готовимся. Смотрим ли квадрат. Готовимся выносить. Давайте справа. Справа чума. Так и зову. Снимай. Чума, 5 секунд, готовимся. Аплодус. Вышел. Так, кто там самый сильный РДД? Аплодус. Аплодус и Пасифея будете бить. А Пасифею дал частицу хилю Аплодуса. Только встаньте рядом друг с другом, ага. И стелси пускай цепуху через них. Правее, отойди по сфере, правее. И сферки смотрите, до себя не допустите. Подъебало духа, не ставай святость. Если бы меня еще базарить умел, мог бы еще частицу подвисаю этот по хи, это дай гимн на хп ракета, какая-то хуйня по вара здесь спать, не попадайте, не знаю, там не достал, не спалились, а за давай, все окей, все хватает танка, я иду его. Че вы, блядь, под еблом бежите? У вас что, сука, мозга совсем нет, нахуй? Сука, пуля в мозгу, блядь. Панацея, по ракета, блядь. Тот босс. Это как он сдох сейчас? Упал, что ли, вниз или чё? Дал стан всем троим. А нахуй ты упал, блядь, я не понимаю. У тебя что там, блядь, в бездне, блядь, увидел что-то или чё? Монетка. Вернее, нет. Отбегайте, санки. Отбегайте оттуда. Ой, выйдите из него. В лужу заходим. Его падаем. Не видно, не зайдите там в него. Заходим, я падаем. Нихуя там народу полегло. Это что, заражение не происходит? Все, тихо нахуй. Ты что, блядь, на платформу забежать не можешь или что, блядь? В чем проблема? Это не трудно. Кто-то правильно мне сейчас зайду. Димасик, смотри. Или чё? Гляньте, как-то порезче. Меня еще и тут в Диси нет. Да, да, я здесь. Давай сделаем. Я вот продукт со Спасифея хилю. А ты Равистый, кто там был самый? Давай этого. И Лианочку, короче. Вот частицу на Лианочку и хилишь Рависта. Ну, на этой, как он называется, в лед, чтобы они зашли. На зиме. А ты стрелся через них четырех, постуешь цепуху. Блять, почему, вот, Макс, Грут, я тебя опять замутал, нахуй, потому что
Почему нельзя на кнопке сидеть? Вот я включил активацию, чтобы и говорить, и одновременно хилить. Почему у вас так, я не понимаю. Мы в гостиной на двух. Да похуй. Надо по кнопке ставить, не знаю, как вы, блядь, так играете. Всякие, блядь, скрипы, всякие там, блядь, передачи телевизионные. Вот эти собаки лают, всякая хуйня. Как будто не слышно игры, нахуй, нихуя. Как будто ты это... Чё лич говорит, не слышно, блядь, всякие там, блядь... Как они называются там, блядь? Жизненные вот эти бытовые моменты. Я хиляю вас, ты где? Ставьте шкаф, он, блядь, хуй найдет вход. Ты вообще в игре или что, или АФК? Да, вот, да, вот я тут. Прилетел. А, ну все, тогда запускаем. Баф раздайте ему и погнали. Да, чему выносить? Квадратик. Ну так а хули всегда так мучить сидеть, что ли? Ты хил еще? Скажешь, маны нету, никто не услышит. Масло намажем. Че, блядь? Висит и чешо, блядь. Ебаный, блядь. Здесь, блядь, на зиме так не зависит. А что, Геру с пула можно въебашить? Нет, давай на второй фазе на вальках дашь. Но. Как к ключу подойдем. Так, значит, я Пасифея Продукс, а ты Равист и Ляночка. Ляночка, Равист, Пасифея Продукс, слышали, да? Только смотрите, чтобы эту, ну, здесь не пройдем. И стелси ты, и хилишь цепуху через них конкретно кидаешь. Так, и зовут. Дубль 2. Да, ты можешь просто разлить испарение подряд и все пизда. Ты ему нахуй не рассказывай нахуй, сейчас он тебе положит рейд, блядь. Или ты ему расскажешь, молоко. Что молоко вынеси. Кто бы не положил рейд. Ага, блядь. Я ему так и поверил. А можно ли пичи быть здесь, блядь? Нет, нельзя. Лингрен чума. Вурдалака ищи. Там чума. Вурдалака ищи маленького с чумой быстрее. Всех забираем, блядь, быстрее. Нашел с чумой? Он забрал с чумой, да. Добрал, ну все отлично, нормально. Бля, где ты в чеху? Я обалдел, блин, этот, блин. Сейчас я сдал на похуй вообще. На ПК, на ПК пиздел, чуть не проебал по Сфейсу Продукс. Это... Я там спиной гневному стою, надеюсь, не ставлю сам. Ясно, пищевой дисплейте? Я не достаю. Серые шары бейте. Ну, приста и упала, в пятой пати мана садится. И у бидон вообще пустой. Бидон ставь тотем, ракета на ману. Фаза. Я забрал гену на себя. Геру, давай. Дал старт трейх. Фу, фул дамаг по валькам.
Осквернение 6 секунд. Выбежали из подвальника. В сторону глыбы или портала выносим. Осквернение. Осквернение черепок. От него отходим. Все спиной на портал. В сторону портала будем лететь примерно. Ну, блять, я и говорю, это привычка твоя с портовара. Но я специально юзаю под жнец. Смотри, только агро ему не проеби. Ну хорошо, осквернение 5 секунд, выбежали миники. На шипы разбежались, на вот это, на железные, на вот эти. Смотрим, где черепок, и фул повалька. Ровист в центре. Кружочек выбейте, пожалуйста! Вставал, там... Да нет у меня когда. Дал стан по треугольнику. Хуёво штука, да. Ну так выбивайте, хулик, это похуёво. Бодикону... Вытащил, да? Бодикону респект. Так, в лужу не наступите, выходи. Тихо. Керус, ресуй Синхана. Синхан, ресуй. 41. На край идем. Синхан по Сифею. 40. ТВ сдал. Как же? Дай секунду, этот еще мой сейф. Не забегайте, выбегите. Никто не забегайте. Выбегите оттуда все. Ляночка, вернись. После зимы встану с того, как катилось. Шар, сферу, сферу слейте. Я хочу сдох. Ты бомж, потому что. У меня не хилят, я хуй могу сделать. Так а ты Даларан в следующий раз портанись и там, блядь, я скажи, что не хилят. Я тусовался вместе, я вот... Я рад, либо. Нахуй. Шары. Ай, блядь. Прыгайте. Ребят, на пула нету, сразу не пуляйте, блядь, а на пул один. Когда хватает валик люди, и их надо сначала разбить, потом уже все остальное. И когда лично край идет на 40%, надо идти к нему. А не на противоположную сторону. Вы когда с вальки вышли, выпал заломан, еще должны были идти к нам. Вы там что-то делали. Что там в частности репичим делал, непонятно. Чем могу помочь? Ты лужу можешь вынести хоть куда, главное, чтобы в ней рейд не стоял. И ты сам, чтобы в ней не стоял. И в центр не надо лужу выносить. Ваша, ты можешь налить чипа по-братски почту въебать? Вот этот круг железный, видишь, на полу? Вот, примерно на вот этом кольце лужу можно выносить. Примерно к кольцу, к шипам, к этим. В любую сторону, куда удобно. И под валик тоже их нельзя нести. Когда лич валик вызвал, они летят к краю. Под ними, на их пути нельзя ложить лужу. Смотри там, когда выносят, ты наблюдай, могут под тебя вынести или рядом с тобой, чтобы ты мог выбежать из нее. Запускаем. Да, черепок. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. Леночка, СС по Синхану, да? Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Иди каску по варам, пожалуйста. Висит. Хуёво, когда висит. Ну не у всех висит.
сожалению. К сожалению, ты что, мне нравится? Кого-то здесь я бы собрался, козел. Вот. Видишь, такой стоит чел, блин. Он бежит, блин. Маба подальше отведи. Готовимся, еще матч сейчас будет. Ракеты вноси. А я думал, это пакет. Чё, мы 5 секунд готовимся. Ваша. Или пищи бы здесь, Петя? Так, частички вешаем. Хилю по Сифе Продукса. И стеляночку. ПС-ку сейчас. Или пищи бы здесь, Петя? Духа, духа. Вы чё, бляха, ну вы... Забери, заберите шар. Отойдите, милики, оттуда, там чума сейчас исчезнет. С дисперсия. Святос, Пау. Выбеги. Блять, отойдите, милики, типа не услышали какие-то милики, да? Прыгайте вниз. Можешь из-за приста зайти, блин, а ты сам потанчишь там, не знаю. Не-не. А... Ну а хули, блин, я жду 3 секунды, 4, я сдох, блин, я тебя уже куда смотрю. Ну а хули, блядь. Здравствуйте, парни. Привет. Будешь босса бить? Доброй ночи. Да, у него агро столько нет. Да, не агро не хватит, я просто не, это не удержу его. Поближе к Лингрену подойди, его попроси здесь понять. А не с, не с противоположной стороны. Блин, там есть ДЦ. Ну попроси его. Не знаю, кажется, он не умеет. Об этом хилом. Я могу не диспелить с учетом того, что у меня. Ну он прист может. Дух сало кинет. Ну да, он духа танчит, может и сало кинет. Да там к тому времени уже нету. Мобов. Я не знаю, там типа оно должно показываться на фреймах либо в Вуду, либо в хилботе, везде эта чума должна показываться. Типа если ее никто не видел, вот, любой паладин может здесь палить. Их целых 5, и прист. Фигово, когда никто не видит. Вот ты представь, на тебя хуй просто поклали. Протовар, моча получается. Че, помощь нужна? Выходи. Киллы, блин, моча получается. Сутаю. Шкаф. Это не маз диспел, это. Да не еби мозг, напиши уже присту, блять, инструкцию, и все, блять, в ПМ. Не еби мозг. Он с тебя диспелит чуму, когда мы, блять, хилим людей в зиме. И все будет заебись. А то, блять, как начнешь распиздить. А что это за. А что это за прист? Блять, есть шкаф у кого-то? Два лука. Расмей. А что это за прист, ребят? Хороший человек. Да, будете диспелить Ильича. Главное, блять, я удивляюсь, кто прошлый трайс диспелил с тебя, нахуй. Мне просто интересно, нахуй. Есть еще добрые люди, я, да? Были, по крайней мере, на прошлом. Я диспелил. Я, ну, такая это трачу. Решил, хуй плет, да, про товар ебаный. Танчить не умеет, нихуя. Нахуй. По дистанции не доставал. Ну, вот, блядь. Помогаешь, вот, видишь, танчишь, блин. ДДшникам это, танки ловишь, потому что ажит, блядь, метод. Я понял. Да, блядь, диспелят, танки хилят, все правильно. Видишь, блядь, про товары они такие, нахуй, они терпивые, блядь.
Чтобы, сука, протвар не сдох, это надо, блядь, в ПМ 10 людям написать. Написать 5 хилам, чтобы тебя хилили. 5 диспельщикам, чтобы тебя диспелили. Паладинам, чтобы тебе капли давали. И 5 напульщикам, чтобы тебя напулили. Тогда только протвар играет нормально. А так, блядь. Матч. Обрубок, блядь. Да мне все-то надо 4-5, и я заиграю. Баяне? Да мы уже пульнули, че. Ебать. Там еще на боссе такие проценты есть. ХП. Вот. Переходы на фазах на 70 и 40%. Не знаю, спроси 5 паладинов. Я кулаки баф. Кулак баф? Есть на тебе кулак? Ну тут и я баф. Коростки, да? Могу крест оформить, хочешь? Оформить, блядь. Себе оформи, блядь, на могилу крест, блядь. А я кремирован, мне не надо. Ну, понял, блядь. Подальше. О, сам себя не диспелишь, никто не диспелил. Тебя трогать, блядь, никто не хочет. Орги, ты дал барабана? А вчера ты по-другому говорил, блядь. Репичи по диспел. А кто это? У тебя просто фрейм коричневый, блядь, цвет говна не видно. Ну, на край. Не различает, почему. Так, а Продуксу дал частичку готовимся хилить. Да, ЛШВМ. Сейчас вот моб умрет, на нем шаркающий. Ты не поворачивай его, блядь. Рейд не поворачивай. Сейчас вот на нем чума появился. Надо диспелить. 2 секунды, 1. Ебать. Это было близко. Как ты там? Живу просто, блядь, на какой-то побойке. ПС-ку. Сферу разбивать. Диспел или пичипа? Блять, просто по КД на тебя липну. Может потому что я танкую ТПЦ? Нет, просто матча. Еще раз диспел. Ебать, мы осилили нахуй. Ура, мы выучили тактику. Да какая тактика, блять, это одно действие. Пошаговая инструкция, блять. Синхан Иннер по бидону, Кирус по меняющему. Ну и Ревиз по Войду. Бидон. Давай, так, схватил. Ракета, заходи на край. Нашлись. Бидон ставь тотем. Ракета гейм на ману. Давай, Геру. Фулл ДПС. Быстро зергаем. И кто там это проводили сейчас, чтобы дамажили они? Осквернение, осторожно. Из подвалик право-лево вышли. Да не билики, а все, блин. Войд. Что? На тебе осквернение. Сейчас будет и вальки, и осквернение одновременно. Самое опасное. Если что, короче, на заражение дашь носокровляющий. Я могу швей дать. Не, швей ставь на забегание. Сейчас переведем его. 43. Ведем на край. Ведем на край. Осквернение. Это, я полечу, стопните дамаг. Вот вальком дайте стан. Ракета. Выбегите от него. Короче, дал массакру. Частицу. Выбегаем? Эфэйте, да. Дим, дай. Приз, дай Дим на хп. Ох. Продукт спаси фея хилю. Ебать, мы его перевели, сука. А, проведи еще его. Блин, не могу двигаться. За агро следите своим, чтобы не сорвать. У нас что, танки почаще? Нет, там просто ну, да. 4 человека било. Продавал. Тихо, хватит пиздеть. Ломан, сколько там до сталки? Нет, да он тим я его, я в боку иду после него. Ну то. Сколько до сталки у тебя? Или нету? Залма начало, блядь. Умер и ушел. Их
У него сталка есть. А, стоп, КД. Да он, блядь, просто отошел. Лишний отвечает. Четвертого духа бить. Огрони срыв. Заберите. Я заберу, что у тебя его. Переход. Забирай. Сферу забить. Давай, я пытаюсь, конечно, держать его. Блять, Святос, Святос, на Святос, Агра. Ну, подведи духа. Да, я сейчас его подведу, вы нас обрыгаетесь, блин. Я в ком... Блять, ты обрыганный мальчик. Духа добивайте. И этот, к порталу переходим, прячемся. Осквернение. Осквернение, 6 секунд. Под лича осквернение налейте. Как осквернение разлили, все, под лича сбегаемся, а, под лича сбегаемся. Я это самое забрал. Давай. Хлопай поменьше духов, не по 4, не по 5, по 2, по 3 хлопай. Майн, там я выжил. На глыбу перебегаем. Осквернение 6 секунд, 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Осквернение разольете и под лича вставайте. Жди с душ на родисти. Забери. Прикол. Давай, я это дам. Я понял. Все, бичевой. Вайп. Я заставил танка. Ты стаунтил его, что ли? Моча на танке. Я сорвал. Вот это. Скорее всего, да, груз сорвал просто. Слушайте, а это гениальная идея. Чисто от РДДшника вешать этот жнец душ, и танк жить будет. Ну да. Ну только РДД не будет жить, да? РДДшник, ну, РДДшник, жнец душ там жает отычек, ну, обычного боя, и все. Ну там лич летает как заведенный. Гомосек, с какого босса? Сендры. Ну так если повешать железу на ЛДДшника и сразу стоунтнуть успеть. А если промахнуться? А если бы ДКБы, то во рту расыгрить бы его, все. Ты, кстати, за Ломаныча дал ЕПшку. Все, не кидай ему. Да, и ГП, да, его сейчас то, что отходит. Ну, два раза давал, да? Салман еще? Ну, один раз давал. А, ты сейчас 7 по 300 дал? Ну да. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Так я тут... Сука. Вовремя. Когда тебя кикнули, тебе дали ЕПш. Да, давали. 260 или 225, не помню. 225. Угу, 225 ты ему давал. Что стоит, отдохни. О, 2 метра. О, пожалуйста, проплаченный. Одевайтесь. Осуждаю, кто за бок кинул. Опа. Что там выпало? То есть изгера он не падает? Да, понятно, это проплаченная репичипом нахуй, отвечаю. Зайди ему оба. Проплаченная мордаун там, понятно, ясно нахуй. Раз, можно валить, да? Да, да, все. Сюда, всем спасибо, всем пока. Слав, там из Пасхова. Так что, пойти воронку продать, чего оставить ее? В смысле продать, тебе открывать ты пятые? А было бы что открывать, блядь. Не, ну пока можешь продавать. Потом купить. Принимаю в дар ненужные шмотки. Думаешь, он прям вообще не скоро, да, ты 5 получит? Конечно. Ну да. У меня сейчас, смотри, я полутаю перчатки, у меня будет там 600 ГП, блядь. Там так, вообще... Перчатки это первый твой кусок? Да, да, да. Ну все, второй догонкой. Да, а третий мне как, там потом Богдан Шредер вылезет, потом там еще кто-то вылезет. А раз на раз не приходится, там договоришься с кем-нибудь и все. Смотри, ну, Лингером, короче, первый по приору. Захожу шаманом, забираю токен. А я ты жук, конечно. Ну тогда можно будет вообще, блин, не это самое. Диман, ты глянь на мой приор, в какой заднице я нахожусь вообще. Спасибо за РТ, парни. Я там когда-то был. Я там как-то там был. А я там обитаю, так что забей.
Я там... Так это не переживай, я сейчас, ну, кусок лутану, и все, я с тобой сидеть буду. У меня будет косарь ГП, блядь, если я вот сейчас два куска на XKD залутаю. Ну ты это, заходи, если что. Типа, ну... Три недели отмывать. Да, да, я с косарем ГП буду сидеть, блядь, и...